Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, слушаю вас. Слышите, пожалуйста, я Наталья, могу услышать? Наташу? Сейчас, подождите. Марго, где Наташа? Марго, меня не слышишь? Наташа. Ага, я понял. Она в лабораторию ушла. В ближайшее время не появится. Куда ушла? В лабораторию. В лабораторию, да. А вы кем приходитесь? Коллега. Коллега, да? Да? Я понял. Скажите, пожалуйста, а как могу обратиться к вам по имени и отчеству? Да, пожалуйста. Герпес Адольфович. Я представлюсь. Меня Максим Геннадьевич зовут. Звоню со службы безопасности банка Тинькофф, главный кредитный инспектор. Скажите, пожалуйста, а в вашей организации заработную плату не задерживают? Ну, да нет. Даже премию вот недавно мы получили хорошую. Весь отдел. Я вас понял. Скажите, пожалуйста, а вы непосредственно ее руководитель или нет? Не, я подчиненное лицо. А почему вы спрашиваете? Ну, я просто хочу понимать, с кем я разговариваю. Скажите, пожалуйста, ну а вы не в курсе, что у нее за проблема возникла, почему она в задолженности длительное время находится? Ну, давайте так. Я тоже хочу, значит, понимать, с кем я разговариваю. Это же справедливо, да? Итак, вы сотрудник банка Тинькофф, верно? Тинькофф. Какая буква впереди? Т, Тимофей, Тинькофф. А, Тимофей, а мне просто Тинькофф, я поэтому и засомневался. Думал, Тинькофф не совсем презентабельное название для банка, я так далек от этого все время в кабинетах, в лабораториях. Собственно говоря, мой достопочтенный руководитель того еще поля ягодка, эта женщина полностью предана науке, и она... тоже целыми днями, сутками, месяцами напролет проводит время в лаборатории. Вот. Тем более у нас сейчас очень большой государственный заказ. И она не выходит из стерильной комнаты сутками, хотя разрешено не больше 4 часов. Представляете, до какой степени человек предан, предан. 4 часа, иначе начинается вредное излучение, а она по несколько суток там находится. Ой-ой-ой, вы бы видели ее внешний вид, она уже... Я молчу про умственные ее уже отклонения, да, она вся в науке и больше ничего не понимает. Вот, поэтому вот так вынужден вам рассказать, чтобы вы понимали, да, с какой ситуацией вам, может быть, придется столкнуться. Человек уже, так скажу я вам, ой-ой-ой, какой. Так, что дальше? Я вас понял. Скажите, пожалуйста, ну, непосредственно с вышестоящим начальством как связаться можно? Я не знаю, если вы мне дадите телефон, я свяжусь с вашим вышестоящим начальством. Вам зачем с нашим? Да нет, наше начальство вам не нужно, нам ваше нужно начальство. Вы хотите Анатолию Чубайсу позвонить? Дело в том, что выше нас это уже Чубайс. Это НИИ Сколково, вы знаете, НИИ Сколково филиал. Вот. И, в общем-то, как бы это... подконтрольно государству структуры, и мы соответственным образом подчиняемся туда. Я не могу вам дать телефон вот озвученного персонажа. Да он и с вами разговаривать наверняка не станет. Вот. Как обстановка складывается. А что касается моего руководителя, то я вам расскажу. Сегодня буквально нам завезли, ну, такую, знаете, фанерные коробки с дырочками, и там подопытные животные. Их более 100 несчастных кроликов, 4 стеклянные банки с жабами, с лягушками, ну и там уже бесчисленное количество хомяков. И вот нам сегодня в течение 4 дней придется это все хозяйство, этот весь материал превратить в нечто похожее на... Ох, вы лучше вам не видеть и не знать, что происходит под гамма-излучением с этими несчастными зверятами. Ой-ой-ой. И вот наша руководитель изо всех сил старается их спасти и сама уже на себе ставит опыты. Это надо видеть. В каком состоянии она выходит из лабораторной комнаты. Алло. Да-да-да, я вас слышу непосредственно. Да-да-да. А, я вас заинтриговал. Да, пожалуйста. Интересно? А ей вообще кто-нибудь финансово помогает? Супруг есть у нее? Ой, я вам так скажу. Кушаем мы в столовой. И спит она тут у нас на
кушетки? Не, нужны ли ей деньги? Вот вопрос. Вот вопрос в чем. Вот это вопрос. Потому что мы не представляем, до какой степени можно отдаться науке, да, забыв обо всем. Обо всем. А вообще зарплата хорошая. На данный момент вот мы в этом месте получили по 11 832 рубля. И с позиции того, что мы безвылазно находимся в нашем институте, в лабораторных комнатах, этих денег вполне достаточно. Вот. Но она немного больше, скорее всего, процентов на 15 она получает, так как она руководитель. Но скажу я вам так. То есть хотите сказать, сколько вот такие зарплаты? Ой, да я не знаю, я ничего не хочу сказать. Вы думаете, я с вами в конфронтацию вступаю? Я просто делюсь с вами информацией, но я до сих пор не могу понять, для чего вы у меня выпытываете эту информацию. Для чего? Какую зарплату? Вы какой-то прям инсайдер, шпион? Ой, простите. Зачем вам да это? Да нет, я не шпион и этим не занимаюсь. Всем этим. Скажите, пожалуйста, ну а номер телефона супруга вообще какой сейчас? Чего? Номер телефона? Номер телефона супруга какой у нее сейчас? Какой? Из цифр состоит, молодой человек. Я что-то тут начинаю напрягаться. Вы сейчас говорите, я этим не занимаюсь. Что вы имели в виду этим? Этим не занимаюсь. Да не напрягайтесь. Не напрягайтесь. Этим вы не занимаетесь и продолжаете допрос. Супруга, вы меня за идиоты считаете? Я кандидат наук. Вы что думаете? Вот скажите телефон вашего супруга. Это вам огромный плюс, что вы кандидат. Так вы мне не надо, я в ваших оценках не нуждаюсь. Плюс, минус мне. Для чего вы мне тогда... Вот вам огромный говорите? Минус такой длинный. Почему вы пытаетесь вторгаться в мое персональное пространство, а уж тем более с моей помощью хотите разузнать? Вы кто такой, гражданин, да, молодой человек? Максим, да, вас зовут? Я представился. Так вот и так, вопрос я повторяю. Почему вы тут устроили допрос? Супруг. А почему вы непосредственно на ее мобильный телефон отвечаете? Я вам объясню. Вот с этого и надо было начинать. Потому что человек ушел в стерильную комнату, в лабораторию. Это так выглядит. Раздеваются догола, одевают специальный желтый комбинезон и пошел. Понимаете? Все остается. Вот она оставляет свой телефон на верстаке на лабораторном. Замечательно. И мне позволяет отвечать на все вопросы. Хорошо. Скажите, если все вопросы вы, да, сейчас решаете непосредственно за нее? Это громко сказано, но я готов выслушать информацию, и по мере необходимости, может быть, я и могу что-то решить. Но я до сих пор не понял, что это происходит. Вы кто? Банк Пеньков и все. Больше я ничего не услышал. Со службы безопасности звоним. Что? Так, со службы безопасности звоним. Так, услышали? Да, это не страшно. Ну, со службы безопасности, со службы опасности. Да. Какая разница? А и что дальше? Хорошо. Это что, это какое-то волшебное слово, заклинание, служба безопасности, и все затряслись, начали дрожать. Вы с ФБР, с ФСБ, откуда, с РУ? Да я об этом и не говорил абсолютно. А почему вы решили, что я вам должен отчет давать? Да мне не нужно никакие отчеты. Засыпали вопросом, Максим. Будьте добры, запишите номер телефона, я сейчас продиктую. Зачем? Готовы записать? А чтобы ей передать? Да нечему нас тут записывать. Вы разве не поняли, что мы находимся в особо стерильных условиях? У нас нет ничего. Мы даже пишем, понимаете, специальными карандашами на досках. Хорошо, напишите на доске тогда большими цифрами. А цифры сейчас вы мне начнете диктовать, а потом я буду своим коллегам объяснять, что это за цифры не относятся к валентности брома, да? Нет, вы немного не догоняете, как говорят. Можете тогда Наталье-то объяснить. Зачем я ей буду объяснять? А чтобы она поняла, то, что банк ей сейчас выставляет требования оплатить сейчас сумму минимального платежа в течение 2 дней, до 30 числа. Если до 30 числа денег в банке не будет, документы будут в суде, в течение 5 дней будет вынесен судебный приказ для заслушивания сторон на основании 126 статьи Гражданского процессуального кодекса. И на основании уже 99 статьи федерального закона у нее от любого ее дохода будет происходить удержание до 50% в счет погашения долга по исполнительному лицу. Хорошо, я зафиксировал эту информацию. Я теперь вынужден прокомментировать. Дело в том, что
что я кандидат наук не только в своей области, но еще у меня высшее образование юридическое. Вот вы про 126-ю статью, да, это судебно-исковое, ой, судебно-приказное производство, а 128-я, 129-я статья гласит о том, что судебный приказ может быть отменен, так как он выносится, ну, я вам сейчас своими словами, да, я не готов сейчас цитировать, подзабыл. То есть судебный приказ выносится на основании того, что якобы стороны согласны, но отменяется тоже абсолютно моментально, если какая-нибудь из сторон выразит несогласие. В течение 10 дней, да. Да. А что, ну и вот. Да, и понимаете, я сделаю все возможное, чтобы этот приказ отменить, помочь своему коллеге. Это сделать очень просто. Да, замечательно. Вы бы лучше финансово помогли. А зачем? Зачем? Я уже понял, что да. С вами каши не сваришь, вот такие вот вы допросчики, там, это шпионы, этим не занимаетесь. Чем, я так и не понял, этим вы не занимаетесь. А вот. Так вот, дальше что? В течение 2 дней она не внесет деньги. Что далее? Судебный приказ, да, вы уже поняли. Обращается в суд. А, так подождите, судебный приказ все, уже отменяется. Теперь вы уже судебный приказ писать не будете, да? Почему? И в течение 5 дней... Да, 126-я статья. Ну, а мы его отменяем на второй день, то есть как только получает она его официально, мы пишем отмену судебного приказа. Если успеет это сделать. Если не успеет, то, понимаете, ходатайство о восстановлении сроков в любом периоде времени можно написать, если у человека уважительная причина. Я думаю, она успеет. Это далеко не уважительная причина, да, какая? То, что она работает. Если человек не мог получить, надо же официально вручить в руки ей, понимаете? А если она в лаборатории, вы как вручите официально документы? Пусть выйдет непосредственно с лаборатории. А, когда выйдет, ну, тогда она выйдет, так как она выйдет, она сразу же сможет, естественно, отмену судебного приказа. Ну, в том-то и дело, и какая же это уважительная причина? Так нет, вы меня не слышите, видимо. Уже половина она получит судебный приказ и тут же его отменит. И все, дальше. Да не получится у них отменить. На каком основании она его будет отменять? Потому что не согласна. Из-за того, что она закон нарушает. А да при чем здесь это? Судебный приказ выносится в одностороннем порядке, и вы тут правы. Но подразумевается, что... Я вас понял. Да. Подразумевается то, что у человека с второй стороны есть... Вы непосредственно кандидат в какой науке? Я кандидат химических наук. Но вот у меня высшее образование... Вот ими и занимаетесь. Второе. Почему? Подождите, вам нечего сказать. Я же вам прям даже ссылочку на статью 128-129 ГК РФ о том, что судебный приказ можно отменить, потому что он выносится в одностороннем порядке, подразумевает то, что обе стороны согласны. И можно отменить, просто оспорив любую вот там строчечку. Да нет, не заблуждайтесь. Да почему же не заблуждайтесь? Она подает прошение на отмену. Я сам молодой человек, у меня у самого на 1,5 миллиона я. Долгов. И я это очень все хорошо прошел, и сейчас плачу по 500 рублей. И вы этим хвастаетесь? Да не, нет, зачем? И вы этим хвастаетесь, да что у вас 1,5 миллиона долгов, и чем вы гордитесь? Потому что я человек науки, запомните раз и навсегда. И я делаю то, что умею, и получаю от этого удовольствие. А вы попрощайте телефон, вот и все. Никакого значения не имеет, то, что вы кандидат науки. Не науки, а кандидат наук. Кандидат наук официально это звучит. А вы кто? Коллега Наталья Владимировна. В общем, передавайте ей информацию. А вы кто? А вы что? Вы неудачник, попрощайка, с мужским голосом, но с бабской душой. Вот вы кто. Вот вам мое мнение. Понятно? Это ваше мнение, а ваше мнение меня не интересует. Удачи а мне вам. Все равно, что вас интересует. Вы этим все, идите, занимайтесь сегодня у канала своего компьютера, садитесь и занимайтесь все. Этим, потому что у вас, наверное, девушки все, даже прощайте, нету. Прощайте. Да, и вам не кашлять. Занимайтесь этим, только руки не сотрите в мозоли. Вот этим, когда да будете чего? Заниматься. Вы этим занимаетесь? У меня жена и дети. Так и ладно, жена и дети. Что жена и дети? Вы же этим занимаетесь, вы сами сказали. А этим это чем? Этим, ну, я вот этим. Я вас спрашивал, вы молчите, вам, видимо, стыдно сказать. Ну, от чего мозоли? Ну, этим это чем? Посмотрите на правую руку, есть у вас волосы на ней? А? У себя сначала обожгите. Кого обжечь? Волосы на правой руке. А для чего? Чего я обещаю их обжигать? А, или вам нравится с волосами ходить, да? Вы что это там? Вы совсем уже что ли? Какие волосы?
Как это? В общем, веселитесь дальше, удачи вам. Дурачок какой-то позвонил. Ой-ой-ой, я передам, что дурачок какой-то звонил. Максимкой звать.